посылку у адмирала Тамплиера на головном корабле. Стоит ему отдать приказ, мы ее потеряем. Посылка не так важна, как ее получатель. Уничтожим этого курьера-адмирала и раскроем истинную угрозу, исходящую от тамплиеров. Когда я стал ассасином, поклялся бросить пиратство, но оно не раз помогало нашему кредо. Так не зря же вам все дозволено, капитан. Да, и часто это необходимо. По местам, живо! Блин! Чёртовы блики! Промазал! Готовы к бою, капитан! Берегись! Блин! Куда, капитан? Хорошая шалка! Глотни водички! Отдать гроты к ветру! Огонь! Лучшее место для залпа! Мортиры, огонь! Огонь! Жальте-ка им туда! Он идет! Попадание! Вот их слабое место! Мы не выгоним! Oh!
Бастиене Жозеф, Порто-Пренс. Что там нужно тамплиерам? Капитан! Там еще французы! Плохо! Уходим сквозь бурю! Нас разобьет о берег! Будет куда хуже, если это попадет в руки тамплиерам! Да, капитан! Капитан, нам конец! Не по зубам! Спасайтесь сами! Корабль я не брошу! Нет, я... Они близко! Только скажите, капитан! Они дают залп! Уже очень близко! Берегись, пропало ядро! Allez-moi les missos Batalaï. Вот дрянь! Нет! Да я тебе ухо отрежу! Сволочь! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь, иначе я отрежу тебе оба уха! Нет!
О, Боже! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь! Иначе я отрежу тебе оба уха! Нет! О, Боже! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь! Иначе я отрежу тебе оба уха! Нет! Слава Богу! Простите. Мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь, вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого, спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. Arrête-toi! Oui! Ramenez-moi!